Всем привет, ребят! Вы на канале Бутербродница, и сегодня я научу вас ставить метки в зловещих мертвецах. Да-да, вы не ослышались. Появились люди, которые просят научить их ставить метки в этой игре. И я сейчас это, покажу. И первое, ребят, что нужно запомнить, это то, что в каждой игре есть охерительная кнопка под названием «Настройки». Если вы в нее зайдете, то вы узнаете скрытые функции своей клавиатуры. А теперь не боимся, ребят. Нажимаем кнопку «Настройки», заходим в управление, устройство ввода, и смотрим просто, что за кнопки, за что отвечает. Мы видим метка на Alt. На кнопку Alt ставится. Запомним это, ребят. Это нам еще пригодится. На досуге вы, кстати, можете также полистать меню и спокойно изучить раскладку своей клавиатуры без получения передозировки информации. А теперь, когда мы стали уже намного умней, нам нужно попробовать наши знания на практике. Пойдемте, ребят, вместе со мной за ручку. Смотрите, у клавиши Alt есть две функции. Когда мы в игре бегаем, вы на Alt зажимаете, он ставит обычную метку. Но также можно открыть карту и через Alt поставить другую метку. Каким образом? Нажимаем Alt наш. Сейчас смотрите. Нажимаем Alt. Нажимаем Alt. Во. Во, видели? Меню появилось, да? Сейчас я вам помедленнее покажу, чтобы вы запомнили. Оп. Alt зажимаем, держим и выбираем, что нам выбрать и в какое место нам что поставить. И появляется определенная метка в зависимости от того, что мы выбрали. Вот и все, ребят. Просто надо нажимать кнопку Alt и держать, и выбирать мышкой, куда мы хотим поставить метку. Всем спасибо, ребят, за просмотр. С вами был Константин, я. Не забываем ставить лайки, комментарии и подписываться на канал. До новых встреч, всем хорошего настроения и удачи, ребят. Всем пока.